Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области пресекли деятельность притона по оказанию интимных услуг, располагавшегося на автодороге вблизи деревни Черная Грязь. Сексуальные услуги оказывали 15 девушек, когда доставили в отдел полиции для установления личности, дактилоскопирования и проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали уроженку Республики Украина, подозреваемую в организации занятий проституцией. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.